Здравствуйте. Сегодня вам расскажу, как пользоваться аддоном Space Build на Garry's Mod 13, который недавно вышел на Gmod Fane. После установки этого аддона у вас не появится режима Space Build. Не пугайтесь, это просто аддон без режимов. Тут добавятся 3 карты. Вот это и это. Это уже дополнительно докачал. Но самое мое любимое находится вот здесь, правда, тут. Приставка GM есть. Я жмакаю Single Power. Сейчас сервер создавать не буду, может, и не с кем. И жму. Итак, вот мы появились. Начнем с азов. Во-первых, нам нужен большой такой проб. Возьмем, к примеру, ну, достаточно это. Не будет такая штучка. Штукенция. Самый вкусный. Открываем категорию CAF, выбираем генераторы, винт генератор. Ставим. Затем берем нитроген компрессор. Хук. Затем охуген, ну тоже хук, охуген компрессор, ставим. Это у нас азот или кулент. В прежних версиях Space Build это был кулент. Генератор, а это был также охуген, кислород. Затем мы открываем Storage Devices и выбираем Nitrogen Tanks, Large Tank. Это просто большой. Nitrogen, у нас тут офиген. Ставим. Затем ставим здесь. Кислород, Large Tank. Сюда. Затем открываем батарейс. Энергия нам потребуется. Но я подумал внимательно и решил все-таки сделать вот что. Заряжать обычно ставят сюда. Подключать. Ставят сюда вот так. Итак. Берем ресурс нодус и ставим вот так. Итак, у вас пишет no resource. Это я вам расскажу, которое, если вы не хотите ставить сумарные панельки сюда. Итак, если у вас написано сначала no resources. Ой, я слишком большую взял твою видео. Заново открываем Snodus, выбираем самую маленькую. Не обращайте на название, просто обращайте на число и small, time и так далее. Ставим большую, жмем. Можно полинкать по очереди, то есть сюда, сюда. Вам не получится их просто соединить, как в прежних версиях. Тут обязательно вот такой натворченный переводник. Поэтому, ну я выбираю то, что сам находит все, что нужно. И вот заряжает у нас, вот как вы видите. Зарядил, мы отрываем, слышим характерный звук. И вставляем в корабль, куда вам... Сварку. Вот у нас получилась деталь. Затем разберем. Так, чуть не забыл. А, так. Ладно. Итак, нитроген. Проводим то же самое. Ставим нодос. Включаю режим овердрайв. Овердрайв это ускоренный режим, но он быстро изнашивается. Двигатель он выключается. Потом приходится просто включить, и он будет работать на легком режиме. Он. То есть медленно. Но я включу на овердрайв. Я обычно прописываю стоп саунд. Чё за лаг с меню, похрен. Прописываю стоп саунд. Чтобы не было.
далее. Открываю ресурс нотис, ставлю. И аутолинк тут. Здесь тоже самое. Что за хрень я в натуре? Какая-то хрень странная. Что за хрень? Очень странная хрень, ладно. Итак. Вот у нас потихонечку заправляется, у нас на овердрайвере. Оно заполнится. Затем идем сюда опять. Нам нужно установить парочку вещичек, очень нужных. Во-первых... Так, нет, стоп. У нас еще один будет. Пускай погрузит. Итак, вот, все быстро за нас заполнено. Берем, хватаем нитроген наш. Спокойно его с ним летит. Я его сделал быстренький, не так, как который один мой друг сделал, но по старой версии, я по новой. Итак, берем сварочку. Все, так, отпустим это. И теперь все, мы сделаем, что нам необходимо. Но, я говорил, есть панели солнечные, чтобы постоянно держать все в заряде. Мы заходим в CAF, Storage Devices и... Нет, стоп, генераторс. И выбираем Solar Panels. Выбираем, ну... более подходящий вам. Я убираю вот такие часто. Здесь я... Свет есть, все окей. Ставлю так, пока мы... Напоминает колеса, не правда ли? Затем я беру тот же ноут с девайсов, выбираю medium ноут. Чтобы все точно схватилось, беру аутолинк, все сцепилось. Да, все, все, окей. Так и ген энергия постоянно заряжается. Ух ты, у нас даже энергия что ли не зарядилась. Похоже. Пускай, ладно. Итак, затем открываем Energy Controls и Salt Dispenser. Это очень важная деталь. Ставим ее. Берем Link Tool. Так, красивенько. Все, подключили. Как вы видите, у нас добавился Water из ниоткуда. Ну, а не обращайте внимания. Мы воду пока не будем. Мы стераформировать не собираемся. Так вот. Затем мы жмем на Go to Play. И снаружи нужно. Затем берем Action Control, Southbeam Router, Regulators, ставим, и ставим свет, чтобы можно было, ну, в воздушном пространстве ремать корабль, не так или это не нужно, в общем, или просто в корабле остановиться уже надоело, как все делать. Итак, затем... Затем мы берем и ставим кресло. Давайте, к примеру, мой любимый подвиг теперь. Сори. Цепляем под один, второй под. Ну, естественно, сварочка все приварили. Мы приварили, отцепили это. Затем. Берем CAF и Link Tool. Очень важно, чтобы в космосе вы не задохнулись, нужно соединить, чтобы сюда шла система. Вот эта штука обеспечивает нас, но требуется сидение почему-то возвращать к ноду.
До этого под водой у нас было всего по 30 секунд. Теперь у нас все по 800 секунд. Благодаря этой штуке. Наш корабль готов к полету, но если... И как нам лететь без ничего? Думаете, это нужно какие-то двигатели специальные? Не-не-не, берем обычные ховерболы. Цепляем их. Все, подцепили обычными ховерболчиками. Взяли трастеры. Сейчас перенастрою, подождите, вперед, назад, сейчас, так, вот, вот, представим эти, сами трастеры, затем меняем лево, право, но я не люблю делать быстрые корабли, поэтому делаю малоподвижные, да. И меняем включение. Я не люблю сильно подвижные корабли. Я делаю их слабенькими. Поднимем их. Вот что у нас получилось. Давайте вылетим в космос, пожалуй. Итак. У нас есть все. Но не потому что у нас заземлились. Нет, просто корабль я поставил, конечно. Ну, вы можете побольше ховерболов сделать, чтобы он так не шел. Я не веду еще ховерболов парочку. Ну, то есть, примерно так идет. Эти штуки постоянно заряжают аккумулятор, и все указывают. А, теперь мы были. Нужно же было нам включить еще...